СБК «Астана» держал первую победу под руководством нового тренера. Встреча, которая проходила 10 февраля на домашнем паркете «Астанчан» в рамках Евро-челленджа, увенчалась успехом. Со счетом 83-75 был обыгран клуб из Италии «Энел Бриндизи». Самым результативным игроком в составе «Астаны» стал Джерри Джонсон, который набрал 21 очко. Другой легионер Джейкован Браун набросал 20, еще 19 добавил Никлас Каньер-Медли. Следующий матч в рамках данного турнира подопечные Рамуна Сабутаутаса проведут 18 февраля на выезде против «Энергии Равинари». В НБА вчера прошли очередные матчи чемпионата. Мемфис Гризлис на домашнем паркете принимали команду Бруклин Нетс. Лидеры Запада вчистую переиграли Нетс в первой четверти, которая закончилась со счетом 32-15. Во второй 12 минутке Бруклин вернулся в игру и сократил отставание до 12 очков. Гости так и не смогли отыграть преимущество, которое Гризлис обеспечили себе еще на старте матча. Самым результативным в составе Мемфиса оказался Зак Рэндальф. Форвард набрал 19 очков, сделал 8 подборов и совершил 3 перехвата. В свою очередь хороший матч провел и Алан Андерсон, защитник команды Бруклин Нетс. Баскетболист закончил матч с 15 очками, однако команда Лайонела Холлинза терпит поражение. Итоговый счет 95-86. В английской премьер-лиге состоялись встречи 25-го тура. Центральный матч этапа, обративший на себя внимание всей общественности, прошел в Ливерпуле. Счет в матче был открыт хозяевами встречи. На 15-й минуте Лазар Маркович поразил ворота Уголью Риса. Ответный гол последовал через 10 минут. Его автором стал молодой форвард Харри Кейн. К началу второго тайма ветеран ливерпульского клуба Стивен Джерард вывел свою команду вперед, но на 61-й минуте счет вновь стал равным. Исход поединка решил Марио Балотелли. Итальянец, появившийся на поле на 75-й минуте, забил свой первый гол в составе мерсисайдцев. Футболисты сборной Кот-д'Ивуара в качестве премии за победу в Кубке африканских наций 2015 года получат от государства виллы, каждая из которых обойдется в 46 тысяч евро. Главный тренер сборной Кот-д'Ивуара, француз Эвре Ринар, получит премию, сумма которой составляет более 114 тысяч евро. Напомним, в финале команда Кот-д'Ивуара встретилась с футболистами из Ганы. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 0-0, а в серии пенальти удачнее оказались ивуарийцы 9-8. Чемпион мира по боксу 2013 года Женебек Алимханулло дебютирует в составе Астана Арланс. Уже в эту субботу, 14 февраля, пройдет следующий бой Арланов против пуэрториканских ураганов. Напомним, в прошлые выходные казахстанские боксеры отобрали победу у команды из США, американские нокаутеры. Счет встречи 5-0. Эта победа дала казахстанцам первое место в турнирной таблице. На счету Астана Арланс 4 победы и 0 поражений.